1 февраля состоялось заседание административной комиссии. Какие нормы закона нарушили десногорцы в этот раз, расскажем в сюжете. С последнего заседания комиссии в городе было зафиксировано 8 правонарушений. Задача рабочей группы была выяснить их причины, учесть обстоятельства и вынести справедливое решение по каждому делу. За указанное время вниманию активных десногорцев попался один случай нарушения правил выгула домашних животных. Питомец бегал без поводка, соответственно, был опасен для окружающих. Ваши собаки бегают, или одна собака бегает. Во-вторых, вы под камерой. Вам неоднократно делают замечания о том, что вы возьмите своих собак на привязь там и так далее, оденьте намордники. Вы не реагируете. Вот сейчас мы рассматриваем, а завтра ваша собака, не дай бог, я не знаю, привита она, не привита, искусает ребенка там, 5-летнего там, или еще что-то. Рассмотрение дела потребовало привлечения свидетеля и было отложено. Оставшиеся 7 протоколов касались нарушения ночного отдыха граждан. Наказание за этот вид хулиганства, предупреждение или денежное лишение на сумму от 1000 рублей. Минимальный штраф пришлось заплатить 5 ответчикам. 2 нарушителя отдали по 3000 рублей. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.